Слава тебе, Боже, да слава тебе! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 22 ноября. Память преподобного Агаввы. Преподобный Агавва был родом измаильтянин. Оставив свое отечество, родителей, богатство, он последовал за одним иноком, от которого принял монашеский образ. Наставник святого Агавва отправился вместе с ним к великому подвижнику Евсевию. У него святой Агавва научился пребывать долгое время в молитвенном бодрствовании. По смерти блаженного Евсевия святой Агавва остался в его келье и там прожил 38 лет. Он никогда не надевал обуви, на чреслах носил тяжелые вериги, пища ему служила сочиво, разведенная в воде. В продолжении дня и ночи он больше времени проводил стоя и на коленях, и совершая служебное молитвословие Всевышнему. От сидения он совершенно отказался, его никто и никогда не видал сидящим. Как подвижник он представлял пример мудролюбия и послушания. Скончав в таких подвигах свое житие, он с миром почил в Господе. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.